Сергей Есенин, «Молитва матери». На краю деревни старая избушка, там перед иконой молится старушка. Молитва старушки сын напоминает, сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, поле перед боем, где лежит убитым сын ее героем. На груди широкой вырежет просто пламя, а в руках застывших вражеское знамя. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила. И закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезинки.